Они любят женщин, шутить и хулиганить. Львовские пижоны отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Их называют батярами, как и 100 лет назад, когда сформировалась эта уникальная субкультура. То ли разбойники, то ли сорвиголовы, то ли веселые авантюристы. И поныне удивляют горожан и туристов своими выходками, как умеют развлекаться хулиганы, видела Мария Глушко. Хулиганы, авантюристы или, попросту говоря, батяры сегодня оккупировали центральную площадь Львова рынок. Не заметить их и пройти мимо сложно. Они в броской одежде, постоянно шутят, уделяя особое внимание девушкам. Можно вам ручку? А мене всичку? Дякую. Кто такие батяры, объясняет Владислав Петрик. О них знает не понаслышке. В его роду этими прославленными львовскими хулиганами были и отец, и дедушка, а теперь и он сам. Це такі собі хороші гультіпаки, гульвіси, які жили, веселились, відчували свято в житті, трошки пили, трошки гуляли, трошки зачіпали дівчат, але нікому зле не робили. Батярство во Львове перестало существовать еще в прошлом столетии. Однако каждый год в начале мая жителям и гостям города напоминают об этой субкультуре. Костюм с бабочкой, черная шляпа и трость. Этого достаточно, чтобы выглядеть как батяр. Но чтобы стать настоящим авантюристом, нужно пройти символические испытания. Юрий готовится к посвящению батяры. Берет уроки хулиганства. Вместо пистолета – рогатка, вместо пуль – обычная фасоль. Из 5 попыток по жестянкам Юрий попал дважды. Дитинство згадало, як стрелял из рогатки. Файна штука. После этого испытания парня отправляют на батярский бетонный завод, чтобы оставил отпечаток своих рук в гипсе. Думаю, уйдет цей відтиск моей руки в историю Львова. И последняя инстанция. В батярской канцелярии Юрий закрепляет за собой почетный статус хулигана. Всего за 4 минуты вы станете настоящим львовским батьком, вкладываете в нашу батьковскую книгу. Все життя я мечтал стать батьком, как раз моя дитяча мечта сбылась. В списке официальных батяров Львова Юрия записали 600-м. Теперь хулиганов в городе стало гораздо больше. И вместе с опытными батярами в следующем году он будет придумывать новые шутки, розыгрыши и развлечения. Мария Глушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львов.